Галина Цыденкова – волонтер со стажем. Ни одно крупное событие не проходит без ее участия. Когда началась специальная военная операция, Галина Андреевна стала плести маскировочные сети в волонтерском пункте при 54-й Самарской школе. За время его существования активисты сплели и передали бойцам более 1000 сетей. Когда однажды нам из окопа прислали ролик, ну не ролик, а такое видео, и где солдаты просто говорили: «Вы нам спасли вторую жизнь, мы второй раз родились», со снимком, где дрон запутался в нашей сети, мы плакали, обнимали друг друга. И с тех пор я хожу почти что ежедневно. Волонтеры мечтали об открытии еще одного пункта поближе к дому. И вот он появился на пересечении Новосадовой и Осипенко. У нас очень много неравнодушных граждан и тех, кто собирает гуманитарную помощь для СВО, и тех, кто у нас, когда мы бросаем ключ, помогает организовать сбор помощи для ПВР, который находится в городе Снежном. На нас периодически, каждую неделю, ну там два раза в неделю приходят мобилизованные в отпуск, и мы сразу интересуемся, чем мы можем в тылу здесь помочь, как мы можем организовать для них. И все время потребность в сетях. В новом пункте будут плести не только маскировочные сети, но и накидки и нашлемники для снайперов. Накидку не видит тепловизор за счет того, что ее края остаются холодными. А к нашлемникам бойцы крепят ветки и листву для маскировки. Виктория Шарая, Петр Паламеев, «События».